Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Понедельник в Самарской области ясно, осадки не прогнозируются. Днем плюс 21, плюс 23, ночью 12-14 градусов с плюсом. Северный, северо-западный ветер, скорость 3-5 метров в секунду. Сызрани безоблачно, днем плюс 22, ночью плюс 12 градусов. Северный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти солнечно, днем плюс 20, ночью 13 выше 0. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. В Самаре ясное небо, днем плюс 21 градус, ночью 13 выше 0. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 33%. Температура воды в реке Волга 24 градуса. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.